На сегодняшний день в России от болезни сердца умирает в год свыше 1 000 000 человек. Цифра сопоставима с населением крупного областного центра. И всероссийская программа «Ваше здоровье. Будущее России» призвана обратить внимание общества на необходимость ранней профилактики сердечно-сосудистых патологий. Цель проекта – увеличение числа выявленных граждан с высоким риском таких заболеваний, повышение интереса населения к своему здоровью и к раннему началу лечения. Мы выявляем артериальную гипертонию у лиц молодого возраста на ранних этапах, когда можно справиться без дорогостоящих лекарственных препаратов и каких-то особых процедур. Именно профилактическое направление, я думаю, и будет определять развитие нашего здравоохранения в ближайшие годы. В частности, проект призван привлечь внимание к контролю уровней артериального давления и холестерина в крови. По статистике, более чем у 40% населения России повышено артериальное давление и более чем у 50% повышен уровень холестерина. При этом 80% из них не задумываются о том, чтобы пройти диагностику. Помимо высокого холестерина, к факторам риска развития у человека тех или иных болезней сердца также относятся ожирение, сахарный диабет, курение и повышенное давление. В рамках проекта «Ваше здоровье. Будущее России» его организаторы – Российское медицинское общество по артериальной гипертонии и Комитет Государственной Думы по охране здоровья – совместно с фармацевтическими компаниями «Стада CIS», «Эббот Лабораторис» и «Роша Диагностикс» организовали для волгоградских врачей-кардиологов, эндокринологов и терапевтов научную конференцию, посвященную вопросам ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Проект был поддержан Министерством здравоохранения Волгоградской области. Мы предложили им к усвоению новые алгоритмы диагностики и лечения больных с артериальной гипертонией. Рассказали и про то, как лечить не медикаментозно больных с повышенным артериальным давлением, а тех препаратов, которые имеются, как бы подвели итоги. И рассказали о новых возможностях не медикаментозного лечения. Это радиочастотная абляция почечных артерий, стимуляция барорефлекторного синуса, что очень заинтересовало наших волгоградских коллег. Сегодня любой житель региона, посетивший центр здоровья, а их на территории Волгоградской области 9, мог пройти бесплатное обследование на 5 факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А именно проверить общий уровень холестерина и глюкозы в крови, измерить артериальное давление, а также массу тела и объем талии. Этих данных вполне достаточно, чтобы судить о первых признаках появления болезни сердца. Подобная акция, именно скрининг, который направлен на определение уровня холестерина, определение уровня глюкозы крови, артериального давления, он позволяет достаточно быстро и в то же время четко дать характеристику состояния здоровья человеку. Главный итог дня, в рамках которого состоялась научная конференция, скрининг и пресс-конференция ведущих специалистов страны по сердечно-сосудистым заболеваниям, профессоров Ирины Чазовой, Ольги Остроумовой, Сергея Негода и Юрия Лопатина, ранняя диагностика позволяет жить долго и счастливо, избегая контактов с хирургами. Наталья Стеганцева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».